Российский Су-27, один перехватил над Черным морем три самолета ВВС Франции. Я очень сильно удивился, один перехватил. Интересно, какие самолеты? Думаю, ну, должны быть тогда какие-то грузовики, да. Оказывается, заправщик Си-135 и два Миража-2000. Это очень смешно выглядит, да. Су-27 перехватил два Миража-2000. Это, ну, просто обхохочется. Люди, которые понимают, ну, понимают, что у Су-27 ни одного вообще шанса нет против двух Миражей-2000. Вообще ни одного просто. Да, там бывает там случайно, можно что-то сделать, здесь даже случайно нельзя. Чик, это уже на небесах. Поэтому, да, сразу же вспоминаются счастливые такие, да, помните, моменты «Миражей», когда «Мираж-3», основной самолет ВВС Израиля, гонял основной самолет ВВС Советского Союза МиГ-21. Помните, такое случалось уже, когда и в 67-м году, когда за один день 7 апреля 67-го года было израильтянами сбито 6 МиГ-21, а израильский самолет ни один не погиб. Да? Когда во время этой войны заводу, так называемой, было сбито 9 МиГ-21, там МиГ-17 и МиГ-19, МиГ-17-1 был сбит, и МиГ-19-2 сбит, и так далее. Да, а в шестидневной войне-то, если вы помните, это вообще там... Это, да, война завода, а в шестидневной войне, ну, там часть, конечно, была уничтожена на аэродромах, но все равно, да, 400 самолетов, это самолеты, которые принадлежали Египту, Сирии и так далее, более 400 машин, да, если быть точным, 450 против 40 израильских, о как. И поэтому, когда говорят там, сейчас мы там этим миражам хвост накрутим, я говорю, ага, было уже такое, мы это помним, как мы накручивали хвосты.